Добрый вечер. Здравствуйте. Вы из Москвы? Да. Вам 13 лет? Да. Что мы поем? Первая моя песня «Come Together», Beatles. Прошу вас. Спасибо. Майя, скажите, пожалуйста, первое, можно снять ли очки, чтобы мы увидели ваши глаза? Вы стесняетесь? А что вам не нравится в моих очках? Не, очки мне нравятся автономно. Глаза я могу посмотреть ваши? Так, это первое. Второе, скажите, есть песня, где мы не пытаемся испугать друг друга, а петь? Ну, вдруг. В репертуаре есть такая песня. Есть песня «Sweet Dreams» в исполнении великого и ужасного Мэрилина Мэнсона. Это страшная песня, да, понимаю. Гениальная песня. Я понимаю. Я про русский язык говорю. Нам же когда-то петь на русском надо будет. На русском могу акапельно. А на русском вообще ничего нет? Как спросил бы Мэрилин Мэнсон, why? Потому что. Давай Sweet Dreams будем слушать, что делать. Ну, только можно не кривляться, не выдавливать из себя, попытаться спеть. Ладно? Sweet dream thou made on this, who are about to disagree, travel the world and the seven seas, have about us looking for some face, some of them want to use you, some of them want to get by you, some of them want to do, some of them want to get by you. Спасибо большое. Аплодисменты Майи. Очки не забудьте, я вас прошу. Потому что, не дай бог, там кто-то раздавит это.